Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 26 июля и будем выкапывать зимний чеснок. Уже начали подсыхать все нижние листочки. Ну, и, в принципе, вот эти вот головки, которые мы оставляли, они уже выпрямились и начали вот так вот растрескиваться. Здесь точно так же, вот она уже растрескивается. Ну, значит, в принципе, чеснок уже готов к уборке, и подсыхают листочки потихоньку. В этом году гораздо раньше созрел чеснок. В прошлом году убирали где-то в середине августа только, а вот в этом в конце июля. Было жарко в мае, поэтому быстрее, наверное, он поэтому и поспел. Ну, сейчас будем выкапывать. Ну, вот выкапывают такой вот чеснок в этом году. Немножко он поменьше, чем в прошлом, но тоже попадаются, в принципе, неплохие такие вот головки. Сейчас буду остальное выкапывать. Так, ну вот с одной вот этой вот небольшенькой такой грядочки вот такой вот чеснок. Ну, где-то какой-то вот крупненький. Такой вот, где-то мелкий, то есть, ну, всякий разный нарос. Ну, в принципе, тоже неплохо. Хотя в прошлом году был немножко получше чеснок. Ну, и вот он, чесночок со второй гряды. Какой-то тоже есть поменьше, какой-то очень даже неплохой. Вот такие есть крупные чесночины. Тоже, в принципе, неплохая. Сейчас он хотя бы часик-другой. В принципе, так как земля сухая, хватит и часика, чтобы он вот так полежал, посох. И затем просто будем обрезать чеснок. Земельку вот эту всю лишнюю. Уберем корешки и положим его, чтобы он у нас сушился. Карауль. Правильно. Чтобы никто не стащил. Сушить чеснок мы будем на веранде, в тени. Ну, солнышко там только бывает после 4 часов. И, в принципе, как раз подходящая температура, чтобы чеснок наш просох и был готов к хранению. Вот такой вот в этом году чеснок. Обрезали, получается, вот этот стебель. Все корешки убрали. И сейчас осталось его положить посушиться. Наверное, через недельку. Просто потом срежем остатки вот этого стебля. Уже на хранение он пойдет вот где-то в таком виде. Немножко он пока страшноватый. Но когда подсохнет, вся эта шелуха верхняя уберется. И будет он вполне себе хорошеньким. Но всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.